тебя опытный ликвидатор. Ученые оснащают тебя сверхтяжелым, абсолютно герметичным скафандром. Скафандр по степени защиты эквивалентен лучшей гермодвери и весит более тонны. Остаешься на этаже НИИ после запуска сирены, наглухо загерметизировав скафандр. Ученые спрятались за дверью, тут же, рядом. Ничего не происходит. Смотришь на часы в скафандре. Самосбор идет уже почти минуту. Поднимаешь глаза. За плексигласовым забралом виден чей-то стриженный затылок, занимающий все поле зрения. Шея красная и вспотевшая от сидения в скафандре. Вертишь головой, затылок поворачивается вправо-влево. Докладываешь по радио. Вижу свою же голову сзади. Пытаешься идти с вытянутыми руками, как слепой, не обращая внимания на голову. Наступаешь на что-то. Оно ломается со стеклянным хрустом. Ты слышишь детский плач. Он длится и длится на одной ноте. Докладываешь по радио. Вижу бархатный театральный занавес. Отдергивать не буду. Возвращаешься к лодке. Обнаруживаешь, что она по самые борта заполнена мазутом. Человек с головы птеродактиля пытается продать тебе старый арифмометр Феликс М. Вежливо отказываешься. Садишься за столик и ждешь официанта. После самосбора команда ликвидаторов находит только цепочку следов от твоих ботинок, уходящих на стену и далее на потолок. Одна из ламп дневного света на потолке раздавлена ботинком. После нее следы пропадают. Через неделю покрытую пылью перчатку от твоего скафандра находят на крыше кабины лифта в другом конце здания.